Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. І сьогодні, в понеділок, ми в цей час спілкуємося з питань медицини. Сьогодні наш гість Світлана Стригуль, обласний дитячий фтизіатр. Вітаю вас, пані Світлана, у нашій студії. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення. І будемо сьогодні спілкуватися з нашими глядачами. Я хочу сказати, якщо у нас в студії обласний дитячий фтизіатр, тема зрозуміла. Дитячий туберкульоз, точніше, захворювання серед дітей та підлітків на туберкульоз. Туберкульоз, лікування, профілактика. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-42. Якщо у вас будуть виникати запитання, ставте їх, будь ласка, нашому експерту. Пані Світлана, якщо на початку нашої розмови таке питання більш загального характеру. Яка сьогодні в області ситуація стосовно захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків? Вы знаете, я начну, наверное, не с детской ситуации, а вообще ситуации общей по заболеваемости туберкулезом населения нашего области, нашей области, потому что заболеваемость детей напрямую связана от количества заболевших взрослых. Если говорить о последних годах, то эпидемическая ситуация по туберкулезу в нашей области стабилизировалась. Наша область заняла 6-е место по Украине по уровню заболевания среди всех областей Украины в 2015 году. Раньше наша область занимала и 2-е, и 3-е, и 4-е место. То есть наши показатели значительно улучшились. Всего у нас в 2015 году заболело 803 взрослых. Если говорить о контингенте больных туберкулезом активных на сегодняшний день, то их 1540 человек. Причем больше половины – это бактериовыделители, то есть больные заразной формой туберкулеза, которые могут передавать инфекцию от себя к окружающим людям. Естественно, заболеваемость детей, как я уже сказала, напрямую зависит от взрослых. И у нас тоже в течение нескольких лет наблюдалась стабилизация ситуации по туберкулезу, уменьшалось количество больных деток туберкулезом, но в 2015 году резко изменилась ситуация, и практически в два раза выросла заболеваемость детей. А с чем это связано? Если, сейчас скажу, если вот говорить, в 2014 году у нас заболело 27 детей, то в 2015 у нас заболело 39 детей до 18 лет. Так резко, в два раза. И это связано, я считаю, с сокращением профилактических мероприятий по туберкулезу. Дело в том, что в течение нескольких лет, если это взять, начиная с 2013 года, 2013-2014 год, у нас были большие проблемы с поставками туберкулина. Не работал харьковский завод «Биолик», поэтому туберкулина у нас не было. И мы не могли проводить в полной мере туберкулинодиагностику нашим детям. То есть пробы манту, да? Пробы манту, да. Туберкулинодиагностика – это пробы манту, которые проводятся деткам, начиная в наше время, сейчас по последним протоколам, с 4 лет и до 14 лет включительно в обязательном порядке. С 15 лет до 17 лет мы проводим детям из групп риска, подросткам из групп риска. Этот фактор повлиял на увеличение заболеваемости. Также у нас с 2014 года появилась проблема с вакциной БЦЖ. К сожалению, государство не поставляло в области вакцину БЦЖ, а закупить ее за областные местные бюджеты мы практически не имели возможности, ее не было в аптечной сети. Поэтому резко снизилось количество вакцинированных детей. А хотим мы это или не хотим, но доказано научно, что уровень заболеваемости снижается до 15 раз при вакцинации БЦЖ и при ревакцинации БЦЖ где-то примерно в 7 раз. И если говорить у заболевших, то мы видим, что вот у нас 40% детей на сегодняшний день – это дети, не вакцинированные БЦЖ и заболевшие. То есть насколько важна вакцинация БЦЖ. Плюс, к тому же, у нас область очень сложная по мультирезистентному туберкулезу. Мультирезистентный туберкулез, что это такое? Так, еще цитаки на вас. Это туберкулез, который не поддается лечению препаратами первой линии. То есть это микобактерия туберкулеза выработала устойчивость, и она невосприимчива к этим препаратам. Поэтому у нас увеличивается количество детей, контактирующих с такими больными туберкулезом. И у нас мы ограничены в химиопрофилактике. Мы не можем назначить профилактическое лечение таким детям, потому что оно просто неэффективно. У нас остается только одно – оздоровление детей и повышение иммунитета неспецифическими методами. И вот эти вот три фактора, которые…
которые снизили наши возможности в профилактике туберкулезу и привели, к сожалению, к росту такой заболеваемости. У нас заболело 13 деток и 27 подростков. В дальнейшем есть такие тенденции, чтобы зменшили эту цифру? Вы знаете, если говорить о наших руководящих, в нашей туберкулезе специалистов, то они говорят, что прогностически, к сожалению, на сегодняшний день ничего хорошего нам пока ждать не стоит. То есть они прогнозируют рост заболеваемости в течение еще нескольких лет. Будет вакцинация, если мы будем охватывать вакцинацией всех детей, а она эффективна, если 95% охватить вакцинацией от всех новорожденных. Если от всех подлежащих детей 7 лет мы 100% должны охватить вакцинацией. Чтобы была эффективна туберкулинодиагностика, мы должны охватывать не меньше 95% детей туберкулинодиагностикой, пробой МАНТУ. Потому что проба МАНТУ на сегодняшний день – это не только метод выявления туберкулеза. Вот как у взрослых. Флюорография – это метод выявления, ранний метод выявления еще до появления каких-либо жалоб. То у детей это туберкулинодиагностика, ранний метод выявления. Жалоб еще никаких нет, ребенку провели пробу МАНТУ, увидели на руке. Или впервые положительную пробу, то есть впервые появилась папулка, припухлость такая на ручке. Или она выросла. То есть это для нас является показателем для того, чтобы обследовать ребенка на туберкулез. И жалоб может абсолютно не быть никаких, а туберкулез уже есть у ребенка. И мы, обследуя таких детей, выявляем его. Но также метод туберкулинодиагностики – это мощный метод профилактики, потому что мы выявляем детей, которые предрасположены к заболеванию, у которых на сегодняшний день очень высокий риск развития туберкулеза. И мы можем таким детям назначить профилактику и предотвратить развитие туберкулеза. Совместно, там еще треба зробити, так? Да. Пані Світлана, я нагадаю нашим глядачам, телефон прямого ефіру 76-92-42. Ми говоримо сьогодні з обласним дитячим фтизіатром. Будь ласка, телефонуйте, якщо у вас є запитання до нашого фахівця. Групи ризику серед дітей та підлітків. Давайте наголосимо на цьому питанні. Групи риска. Ми розлічаємо медицинські групи риска і соціальні групи риска по заболіванню туберкульозом. Якщо говорити о медицинських групах риска, то це, в першу чергу, діти невакцинірувані БЦЖ. Это дети, которые живут в семьях, где есть больной туберкулезом, или где есть, не обязательно это семья, это может быть в одном доме, в одном дворе, где есть больной туберкулезом человек, который, к сожалению, не хочет лечиться. Находится дома, да, контакт есть, и он может заразить остальных детей и взрослых. Это дети со сниженным иммунитетом, которые часто болеют простудными заболеваниями. Дети, которые болеют заболеваниями рецидивирующими и хроническими бронхолегочной системы в основном. Это дети ВИЧ-инфицированные, это очень большая группа по заболеванию туберкулезом. Это дети, больные другими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими гастритами. Это дети, у которых есть аллергии. То есть это большая группа детей. То есть все дети, у которых снижен иммунитет. Это те подростки, которые курят, которые злоупотребляют алкоголем. К сожалению, есть и такие подростки на сегодняшний день. То есть все те факторы, которые приводят к снижению. Наркотичными засобами до этого перелику, так? Да, абсолютно. И социальная группа риска большая. Это детки из многодетных семей, из неполных семей, из социально необеспеченных детей, малообеспеченные семьи. Это семьи, где родители освободились из мест лишения свободы. То есть такие дети более подвержены риску заразиться туберкулезом. То есть вот это вот две такие основные большие группы. А стосовно міфу, що, ну, я не знаю, наскільки це міф, або правда, що тільки ось такі групи ризики, а благополучні родини, вони зовсім, ну, не мають відношення. Это, как вы правильно сказали, абсолютный миф, потому что мы не находимся в ограниченном пространстве, мы живем, мы передвигаемся, мы ездим в общественном транспорте, посещаем одни и те же места с больными туберкулезом, к сожалению. А это воздушно-капельная инфекция. И особенно если это замкнутое пространство, то может заразиться не только человек из группы риска, но и обычные граждане, которые имеют достаточно высокий уровень жизни. То есть любой может заразиться туберкулезом, любой человек может испытывать стрессы, какие-то неблагополучные моменты, ситуации бывают в жизни, которые могут привести к снижению иммунитета, и инфекция, туберкулез,
находится в организме практически пожизненно. Если человек инфицировался бактерией туберкулеза, это не значит, что он заболевает обязательно туберкулезом. Бактерия туберкулеза начинает развиваться, но защитные силы организма срабатывают и останавливается этот процесс. И бактерия туберкулеза сохраняется пожизненно в организме человека. То есть, когда наступает неблагоприятная ситуация, бактерия туберкулеза может снова перейти в активную форму и вызвать развитие туберкулеза. Поэтому и может заболеть, в принципе, любой человек. Ми так увагу приділили профілактиці, а давайте зараз поговоримо про симптоми. Які органи уражуються в першу чергу? Ну, ви сказали, що це органи дихання. Так, 95%. І наскільки відрізняється від протікання цієї хвороби від дорослих, у дітей і дорослих? Во-первых, туберкулез у детей практически может протекать бессимптомно, то, о чем я говорила. Поэтому и так важно проводить пробу МАНТУ. То есть в 95% случаев у детей нет абсолютно никаких жалоб. И если вот многим, я говорю, когда приходят в отделение, заходят благополучные семьи, заболевает ребенок, я им говорю, покажите мне здесь хоть одного ребенка, который похож на больного туберкулезом. Цветущие дети, здоровые, с хорошим весом, с хорошим цветом лица, никогда нельзя подумать, что он уже болен туберкулезом. Поэтому 95% туберкулез протекает скрыто, без всяких симптомов. И только если, болезнь уже запущена, она занимает уже достаточно большую протяженность, в основном это легкие поражаются, но могут поражаться абсолютно все органы и ткани в организме человека, то тогда уже появляются симптомы. Если говорить о детках раннего возраста, то это в основном идет задержка физического развития. То есть ребенок начинает плохо прибавлять в весе, он становится капризным или он становится вялым. Повышается температура небольшая, может быть, там 37,2-37,3 во вторую половину дня обычно это происходит. У ребенка снижается аппетит. Он, если это ученик, то он может как-то хуже учиться, отставать в учебе, потому что интоксикация не способствует учебе и быстрому усвоению знаний. То есть вот это вот основные симптомы у детей младшего возраста. Далее это может быть кашель, слабость, потливость по ночам. Ну а кровохарканье, такие вот симптомы, да, такие серьезные, то, что мы обычно связываем с туберкулезом. Это бывает крайне редко и в основном у взрослых. Тобто, а сухий кашель, так ви вже наголосили? Не обов'язково сухий кашель. Може бути покашлювання, може бути малопродуктивний кашель або влажний, тому що зачастую к туберкульозу присоединяється бронхіт або воспалення легких, тому кашель вже може бути не обов'язково сухий, але й влажний. І сказати остаточно можуть тільки підтвердити аналізи, так? Звісно. Мы проводим, да, мы таким деткам проводим рентгенологическое обследование, проводим пробное лечение. Сначала мы лечим пневмонию у детей. Если у нас нет положительной динамики, мы повторяем снимок, смотрим. Есть характерные признаки рентгенологические для туберкулеза. А также, если у ребенка есть подозрение на туберкулез, мы сейчас используем такие современные молекулярно-генетические методы, как GeneXpert, как HIND-тест. То есть мы можем определить даже малейшее количество бактерий туберкулеза в мокроте или в содержимом желудка у ребенка. А насколько тривалый лікування, процесс лікування? Це антибиотики, как эта терапия відбувається? Эта терапия абсолютно не отличается от терапии у взрослых. Если это чувствительный туберкулез, то ребенок должен принимать терапию не менее 6 месяцев. Из них 2 месяца – это интенсивный этап лечения, когда применяются 4 основных противотуберкулезных препаратов, а затем еще 4 месяца принимается 2 противотуберкулезных препарата. Но, к сожалению, сейчас у детей тоже чаще становятся мультирезистентные формы туберкулеза. Естественно, если контакт с таким больным, то и туберкулез у ребенка тоже будет устойчивый к препаратам. Такая форма туберкулеза лечится не меньше 20 месяцев. То есть это очень длительный этап. Из них 8 месяцев интенсивная фаза лечения, где применяется от 5, 6 и даже иногда до 7 противотуберкулезных препаратов. Очень мощных, очень серьезных препаратов, которые могут давать свои побочные действия.
То есть это серьезная болезнь, которая требует серьезного отношения как со стороны пациента, так и со стороны врача. Мы зараз говоримо, власне, про загальну таку картину, а наскільки в районах сьогодні нашої області, яка там картина, наскільки доступні і лікувальні такі протоколи лікування, і профілактичні, я знаю, що у нас є і санаторії, так, для діточок в Миколаєві він розташований. Давайте про районы. Про районы. Если говорить, в основном заболеваемость регистрируется, это города. Это наш город Николаев по количеству случаев, это город Первомайск, город Вознесенск. В районах уровень заболеваемости меньше. Но это не значит, что там хуже доступ к помощи противотуберкулезной. Районы обеспечены туберкулином на сегодняшний день для проведения проб МАНТУ для выявления больных туберкулезом или детей, у которых высокий риск заболевания. Районы полностью обеспечены на сегодняшний день медикаментами для проведения профилактики. То есть там могут проводить полностью все профилактические мероприятия. Вакцина есть в районах на сегодняшний день для проведения иммунизации детей. А если говорить о санаторном оздоровлении, то у нас есть санаторий Дубки, прекрасный санаторий на 201 койко-место, в котором могут оздоравливаться дети из семей, где есть больные туберкулезом, дети, у которых высокая проба МАНТУ. Дети из социальных групп риска. То есть больные дети не лечатся в этом санатории. То есть зачастую родители боятся направлять, вот слышу слово туберкулезный санаторий, да, боятся направлять своих туда детей, отпускать, боясь, что они там проконтактируют с больными. Нет, я хочу уверить всех людей, что там нет больных детей активным туберкулезом, и все могут воспользоваться, оздоровить ребенка. Ребенок, санаторий очень хорошо оснащен, то есть там проводятся и все физиопроцедуры, плюс профилактическое лечение. Там шестиразовое питание, очень хорошее питание. Не каждый ребенок в семье вот на сегодняшний день может получить такое питание, как в санатории Дубки. Поэтому этим методом оздоровления обязательно надо пользоваться. До речі, ви говорите, згадали про такий метод, як, ну, взагалі не метод, а харчування дітей. Наскільки воно має бути, ну, досконалим, повноцінним? Які акценти треба в цьому питанні зробити? Ну, якщо говорити о больному туберкульозом, то упор в питанні должен бути на білкове питання. Тобто в організмі обов'язково должно бути достатньо кількість білків для того, щоб встановити розрушений організм. Обязательно должно быть энергетически полноценное питание, определенное количество калорий в зависимости от возраста. То, которое положено на этот возраст, ребенок должен съедать. Плюс это должно быть, ну, как минимум 5-6-разовое питание. Должно присутствовать абсолютно все продукты. То есть белки, углеводы, жиры должны быть сбалансированы. Ну, це які это усиленное, усиленное питание идет при туберкулезе. Так всегда было раньше, помните, раньше, послевоенное время, когда не было еще достаточного количества медикаментов, в основном лечили питанием. Это был свежий воздух, это были санатории, это было питание. Это было главное лечение туберкулеза. Ви вже говорили про вакцинацию, про БЦЖ. Іноді опоненти, ну, вакцинації взагалі, як, говорять, що навіщо робити так рано новородженим дітям, адже немає 100% гарантії, що потім не виникне знов захворювання, повторне захворювання на туберкульоз. Що б ви сказали? Ви знаєте, якраз дитячий організм в такому ранньому возрасті особливо опасно зараження туберкульозом, тому що у дітей до року життя, якщо відбувається зараження туберкульозною інфекцією, то організм не може здержати. Ще є несовершенство анатомофізіологічне і функціональне, тому здержати бактерію туберкульозу организм до года практически не может. Идет бурное развитие туберкулеза, и, к сожалению, зачастую, если туберкулез возникает в таком возрасте, он приводит к смертельному исходу. Поэтому можно, нужно, как можно раньше, еще до того, как ребенок выходит в общество и начинает контактировать активно с другими людьми, защитить его от этой инфекции. Тому саме в пологовому будинку це роблять, буквально там на другий день, да? На 5-7 сутки делают. Сьогодні з вакцинацією немає проблем, вакцини є, ви вже говорили. На сьогоднішній день вакцина есть, и мы вакцинируем детей. Уже если говорить о 10 месяцев этого года, то мы вакцинировали 60% детей новорожденных. Старше года на сегодняшний день 30% уже детей вакцинировано, а детей 7-летнего возраста 47%. А якої якості ця вакцина? Яке її виробництво? Звідки вона до нас заїжджає? Вакцина у нас на сьогоднішній день болгарська. Качество
как нам анонсируют, высокая этой вакцины, но мы будем смотреть по вакцинации. Вакцинацию начали в сентябре месяце, и на сегодняшний день мы пока не зарегистрировали ни одного случая осложнения вакцинации БЦЖ. Если говорить о вакцине вот датской, которая у нас была в 2014 году, у нас было очень много осложнений БЦЖ, это была хорошая вакцина, качественная, но, к сожалению, она была очень реактогенная и давала много осложнений. То на сегодняшний день у нас нет пока сообщения ни одного осложнения. Тобто реакция залежить организму, залежить не від самого стану організму, не від імунітету, а власне також, да? І від вакцини, да, зависит. Ревакцинация, коли вона має відбутися? Ревакцинация у нас в Україні делается в 7-летнем возрасте. Раньше делали в 14 лет, отменили последними протоколами ревакцинацию в 14 лет. Считается, что уже дети практически 90% инфицированы микобактерией туберкулеза, поэтому ревакцинация в этом возрасте неэффективна. 7 років, а далее какие период? Ну, вот в 14 лет уже не делают. 14 уже не делают, да? Уже отменили. Да. Раньше мы делали. Тобто, якщо говорити про якість вакцини, вакцини, вона сьогодні безпечна і повністю можна, і доступна. Да, доступна і обезпечує защиту від туберкульозу. У нас залишається небагато часу нашого ефіру. На що б головне, щоб ми, як підсумок нашої програми, акцентували увагу? Щоб знали наші батьки стосовно цієї хвороби? Я бы хотела сказать, что всегда надо обращать внимание на состояние здоровья своего ребенка, и не только своего ребенка, но и на свое, потому что здоровье детей зависит от того, какое здоровье у родителей. Если они не обращают внимания, болеют, не идут к врачу, то они должны помнить о том, что от них зависят их близкие и родные. Зачастую мы сталкиваемся с теми случаями, когда родители не лечатся, а мы выявляем родителей даже уже по заболевшим детям. Поэтому хочу вам сказать, своевременно обращайтесь за медицинской помощью и не игнорируйте рекомендации врачей. Ну, це залежить, це стосується, власне, і до вакцинації, і до профілактики. І до профілактики, звісно. К сожалению, очень последние годы было большое количество отказов как от туберкулезной диагностики, так и от вакцинации БЦЖ. Я хочу сказать, не знаю, это в нашем обществе, где много больных туберкулезом, отказываться от туберкулезной диагностики, ну, просто преступно. Мы не защищаем своих детей, мы пускаем их в общество, где есть больные туберкулезом и не знаем об этом. С кем контактируют наши дети. В первую очередь защита наших детей зависит от нашей позиции и от того, что мы делаем. Вы знаете, я была свидетелем того, как батьки в дитячому садочку, я, ну, молодшая донька ходит, відмовлялися навіть від проби манту. Насколько это также... Ну, проба манту, да. Проба манту, как я уже говорила, это не вакцинация, то есть это не прививка, это не вакцина, это всего лишь проба, которая позволяет узнать, есть бактерия туберкулеза в организме ребенка или нет бактерии туберкулеза. То есть, сделав в организованном коллективе, мы знаем, где, куда ходит наш ребенок, с кем общается наш ребенок. Мы знаем, что все детки здоровы. То есть все мамы должны вместе решать этот вопрос и, наверное, даже где-то разговаривать с теми нерадивыми родителями, которые отказываются. Ведь никто не заинтересован пускать своего ребенка в коллектив, где может быть больной ребенок. Я вам дуже дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Ми сьогодні говорили з гостею Світланою Стригуль, обласний дитячий фтизіатр. І наша тема сьогодні була розмова – це туберкульоз у дітей та підлітків, причини і лікування. Дякую, на все добре.